Регион наращивает экспорт и в промышленности, и в сельском хозяйстве. При этом больше 90% не сырьевые и не энергетические товары. Такой статистикой поделился губернатор Рязанской области Павел Малков. Он добавил, что вся продукция идет в более чем 100 стран мира. Мы сейчас работаем по всем возможным направлениям. Это, кстати, особенность экономики Рязанской области. У нас нет какой-то ярко выраженной специализации. Очень развито производство буквально во всех отраслях и сферах. Поэтому мы наращиваем экспорт и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Конечно, есть направления, в которых мы являемся лидерами. Например, это кожевенные изделия, это некоторые электротехнические изделия, ну и целый ряд других. Шестой деловой форум «Дни международного бизнеса» стартовал в Рязани 13 сентября. Как отметил Павел Малков, это самое важное экономическое событие региона. Здесь выстраиваются новые международные логистические маршруты, совершенствуются механизмы комплексной поддержки бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Всегда для бизнеса перестройка – это определенные затраты, определенные вложения, но, с другой стороны, это всегда и новые возможности. И здесь, безусловно, выходя на новый для себя рынок, даже имея тот или иной экспортный опыт, важно грамотно и вовремя воспользоваться теми мерами поддержки, которые существуют. Их сейчас, на самом деле, большое количество, и учитывая региональные, федеральные, это далеко за сотню. И Рязани есть чем похвастать. Город вошел в число 11 пилотных регионов, который внедрил экспортный стандарт 1.0. Сейчас он совершенствуется до 2.0, притом опережающими темпами. Как итог, количество экспортеров выросло вдвое. Более 1000 рязанских предприятий вышло на сотрудничество с Рязанским центром экспорта. К тому же Рязанская область в числе 4 регионов реализует механизм форсированного выхода на зарубежные рынки. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».